Магическое действие спортивного питания. Некоторые культуристы пробуют избавиться от жира, употребляя карнитин или кренбутерол, и забывают, что кроме этого еще нужно уменьшить употребление калорий, углеводов и жиров. Другие принимают креатин, глютамин и аминокислоты, но не увеличивают потребление углеводов и белка, чтобы достичь позитивного азотного баланса. В итоге они получают плохие результаты и жалуются, что препараты нерабочие или что купили подделку спортивного питания. Но это далеко не так. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!